Да как следовало закончить Modern Warfare 2? Ни слова по-русски. Ух ты, Упс, не тот этаж. Я уже сказал, ни слова по-русски. Босс? Мне кажется, у нас не хватит боеприпасов для такого большого дела. Надо было лететь первым классом. Видимо, нужно брать с собой ствол, чтобы здесь к тебе проявили уважение. Дальше! 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 Да вы что, шутите? Эй! Слушайте, давайте сделаем исключение. Правила для всех одинаковые. Товарищ, вы что, по-русски не понимаете? Здесь некоторые на самолет опаздывают. С какими еще жидкостями вы работаете? Да ни с чем я... Вы серьезно? А на ощупь тебе тут больше, крепыш. Достали уже! Не с места! Расслабься, Алексей. Это лучшее, что когда-либо случалось с нами. Я уже говорил вам. Я рядовой Джозеф Аллан, ЦРУ. Смени пластинку, брат, и принеси мне вина с содовой. Это было просто. Надо было раньше так сделать.